объяснить, кто не понял, совершается преступление. Рекреационная зона, из нее делают какое-то непонятное здание. Там, где бульвар, пытаются сделать домик. Частный владений. По поводу тетушни, которая там слева. Я что хочу, то и говорю, я не нарушаю закон. Когда кричала тетушня слева, что так всегда и было, это кричит такое только тетушня. Потому что преступление нельзя, чтобы продолжались. Дальше по поводу Атанасова. Кто не понял, он был год назад еще главным архитектором области, который и утверждал этот проект. Он совершил должностное преступление. Теперь по поводу парковки. Разработки — это ложь. Никакой